Всем привет! Сегодня с вами приготовим пирог три ложки. Он получается очень вкусный, сочный и пропитанный. Готовится легко и просто. В миску кладем 3 столовые ложки муки с коркой, 3 столовые ложки манной крупы с коркой, 2 чайные ложки разрыхлителя и щепотку соли. Перемешиваем. В миску вбиваем 3 яйца и добавляем 3 столовые ложки сахара с коркой. Добавляем ванильный сахар. Яйца с сахаром перемешиваем. Добавляем 3 столовые ложки молока и 3 столовые ложки растительного масла. Затем добавляем сухую смесь. Хорошо перемешиваем тесто до однородной консистенции. В форму кладем пергаментную бумагу. Бока формы смазываем сливочным маслом. Диаметр моей формы 20 на 20 сантиметров. Выпекаем пирог в хорошо разогретой духовке при температуре 180 градусов 15 минут. Затем допекаем при температуре 170 градусов примерно 15 минут до готовности. Готовность проверяйте деревянной палочкой. Далее приготовим пропитку. В молоко комнатной температуры добавляем сахар. Перемешиваем молоко до полного растворения сахара. Когда пирог готов, снимаем пергаментную бумагу и протыкаем пирог вилкой. Далее заливаем пирог пропиткой. Когда пирог немного настоится, сверху украшаем пирог кокосовой стружкой. Затем ставим пирог в холодильник. Он должен полностью пропитаться. Наш пирог готов. Он получается очень вкусный, сочный и пропитанный. Готовится легко и просто. Всем приятного аппетита! Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!